На прошедших на днях чемпионате и первенстве России по вьетнамскому боевому искусству вьетвондао видновская команда «Хайкик» завоевала 7 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых медали. Нашим мобильным репортером на этом мероприятии стал главный тренер команды Артур Варданян. Чемпионаты первенства России по вьетводао проходило во Дворце спорта «Видное». Конкуренция за награды была высокая. Порядка 400 спортсменов со всей страны приняли участие в поединках. Видновчане уже с первых боев обозначили свои амбиции – завоевать как можно больше наград. Важно было выиграть первый бой. У нас Осипов выиграл первый бой и отбирается в 1/4. Поэтому все, выжидаем остальных бойцов. Чемпионаты первенства России также стали отборочными турами для европейского и мирового турниров. Одно из самых эффективных выступлений продемонстрировал видновчанин Денис Недашковский, имеющий прозвище «Русский панчер». Хороша, хороша! Часть поединка. Соревнования ввиду сложной эпидемиологической обстановки проходили без зрителей. Итоговый результат – 18 наград. 7 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых. Еще раз доказал высокий уровень подготовки видновских бойцов.